Я трогал Бубсича за жопу. Боже, у меня такое кошмарное лицо! Лицо убийцы! Боже, эта футболка на самом деле подчеркивает мою полноту, не так ли? После того, как я съел Бубсича! Мне стоит буквально перестать есть все, что я вижу. Мне буквально стоит перестать есть моих нарезчиков! Любить ужасные вещи, вроде фотожаб! А я, кстати, построю свой дом когда-нибудь. И знаете, как этот дом будет называться? Дом, который построил Бэбс. Ну, на самом деле, я над нарезчиками уже достаточно пошутил. Своей монтировкой. Да, ребята, здесь реально, здесь сюжет по-настоящему закрученный. Прям реально закрученный сюжет. Сюжет тут закрутили так, прямо как я закрутил нарезчика в мясорубке. Вот нарезчики очень много смеялись надо мной. И кто теперь смеется? А потом он будет говорить: нет, Бэбс, нет, пожалуйста. Не прокручивай меня в мясорубке. Я сейчас подкачаюсь и всем надеру жопы. Я сожру всех, кого увижу. Жиза, да? Это вот Бубсич и Гоша Гочевар, если они и дальше будут вырезать мои фразы из контекста. Вот видите? Уставшие сидят.